Зажигают огни и на елках, и во всех районах республики. Из Аймаконского района передает Светлана Поцелуева. На родине Чисхана, в Аймаконском улусе, сегодня тоже зажглась новогодняя красавица елка. Время зажжения елки 16 часов узнерского времени. Температура наружного воздуха вполне привычна для жителей полюса холода. Всего минус 46 градусов. Нынче в столице нашей республики, в городе Якутске, проходит фестиваль «Зима начинается с Якутска». Наши посланцы, более 100 человек с Аймаконского района, во главе с главой администрации, принимают участие на этом фестивале. Они участвуют во всех республиканских конкурсах и имеют очень хорошие успехи. Ребята, мы рады за вас. Мы говорим спасибо вашим руководителям. Елочка наша зажглась. Елочка в поселке Куснеры зажглась на земле Аймаконья. С новогодним, дорогие земляки! Света Мороза, белые медведи и другие герои сказок все собрались у елки в веселом хороводе. Счастья, здоровья и всем хороших друзей в новом году, в этом 2016 года! Зима пришла, а зима начинается в Якутии. И с этим уж точно не поспоришь. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Артур Старостин, НВК Саха, Устнера.